О том, что в жилом доме в деревне Барановича один раз бушевалось пламя, сотрудникам МЧС сообщили соседи. К моменту прибытия спасателей жилище полыхало вовсю, а кровли и перекрытия обрушились. Очевидцы ЧП рассказали, что внутри может находиться женщина. Поиски пострадавшего человека затруднялись большой температурой и сильным задымлением. В результате, когда ликвидировали загорание, на полу в одной из комнат были обнаружены останки человека. По предварительной информации, погибшей была хозяйка дома. Для установления личности назначена экспертиза. Обстоятельства и причина пожара уточняются. Наиболее вероятное – неосторожное обращение с огнем при курении.